Алло. Ну вот мы в магазине, в отделе, где лампы. Посмотрим, какие тут красивые есть лампы. В современном техностиле. Для стиля лофт хорошо они подходят. Индустрии и так далее. А здесь у нас такие лампы. Настольные лампы. И тут внизу коробки. Какие интересные. Посмотрим дальше, что у нас есть. Всех до барокко. Вот такие лампы. Что у нас с этой стороны? Так, что у нас здесь? Вот это остромодные вещи. Лампы в стиле 70-х и панели. Вот очень хорошая, интересная лампа. Вот такая интересная лампа. Вот эта лампа стоит 100 евро. Вот это. Эти вещи тоже не дешевые. Вот эта металлическая конструкция стоит 75 евро. Вот эта лампа большая, здоровенная, стоит 140. Здесь вся эта красота выставлена дальше. Для экостиля. Это тоже этно и индустрия, немножко дизайн. Ну, консервативные такие традиционные лампы. Еще товары не выложили. Так, здесь подсветки и лампы, которые стоячие.
Вот эта лампа мне нравится. И стоит она всего лишь 80 евро. И вот рядом круглая хорошая. За 67. Вот эта хорошенькая лампа мне нравится тоже. Посмотрим, что дальше у нас есть. Это хорошая большая лампа для зала. Вот это большая лампа. Она будет красиво нависать над диваном. Новый товар. Это лампы